этаже располагаются кабинеты, которые наиболее востребованы для посетителей. Это кабинет дежурного врача, кабинет выдачи справок и направлений, а также кабинеты для забора анализов. На втором этаже располагаются кабинеты педиатров, а на третьем этаже – диагностические кабинеты и кабинеты врачей-специалистов. В хирургической операционной, которая оснащена новейшим оборудованием, начиная с стола многофункционального, позволяющего здесь регулировать и высоту, и отдельные части здесь регулируются, и заканчивая высокотехнологичными такими приборами. Здесь у нас и электрокоагулятор есть, и лазерный прибор, который позволяет проводить ряд малых операций в амбулаторных условиях. Кроме того, мы получили еще вот такой прибор, это лампа для обогрева младенцев, то есть когда ребеночек ложится, для того, чтобы он не остужался, включается эта лампа, подогревается, чтобы ему было тепло и комфортно. Получили современную ультразвуковую аппаратуру, это два ультразвуковых аппарата экспертного класса, один из которых стационарного типа, а второй портативный или переносной УЗИ-аппарат, он тоже экспертного класса, с прекрасной разрешающей способностью, с практически полным набором датчиков и для проведения исследований органов брюшной полости, и для исследования сердца. И наличие такого аппарата позволяет нам использовать его, допустим, в проведении исследований на дому у детей-инвалидов. Детишки довольны, мама довольна. Да? Да, мам, нормально? Да, красиво, аккуратно. Заходишь и прям сразу радуется. С утра настроение на позитиве. Замечательное впечатление. Очень классная поликлиника.